Имя зауральского боксера Вазира Атамаяна на профессиональном ринге появилось не так давно. В 2014 году он принял решение попробовать свои силы. Но уже сегодня можно смело говорить об успешной карьере спортсмена. Он в одиночку представляет Зауралье в профессиональном боксе. На счету нашего земляка уже 8 боев и 7 побед, 3 из которых закончились нокаутом соперников. Один из турниров прошел в октябре этого года в Москве в спорткомплексе «Крылья Советов», где наш боксер одержал победу нокаутом. Сложности были такие, что за неделю до боя у меня снялся соперник, и мне сделали подмену, и узнал я о своем новом сопернике за 3 дня, и было сложно к нему просто подготовиться. Поводом задуматься о выходе на новый уровень послужили успехи среди любителей. Атамаян не раз становился победителем и призером региональных и зональных соревнований. А в 2013 году, благодаря триумфу на всероссийском турнире в Копейске, стал мастером спорта по боксу. В этом же году Вазир выиграл чемпионат Уральского федерального округа, а на следующий год подтвердил свой титул, став 2-кратным победителем турнира. Большинство тренировок боксер проводит в других регионах, где проще найти спарринг-партнера необходимого уровня. Но, несмотря на это, на соревнованиях он защищает честь родного края – Курганской области. С удовольствием тренирует всех желающих. Среди его учеников не только мужчины, но и женщины. Это здорово, что такой человек есть. Важно иметь не только одну какую-то яркую звездочку, да, то есть, ориентируясь на эту яркую звездочку, в принципе, должны приходить, ну, в любую спортивную организацию и заниматься, и бок о бок с такими яркими спортсменами. Ну и, наверное, прогресс спортивного мастерства должен, и он будет идти гораздо быстрее. Нужно отметить, что в секцию бокса Вазира привел его отец, Георгий Вазирович, который с детства занимался различными единоборствами. Спортивную эстафету он решил передать сыну. Сегодня главного наставника спортсмена уже нет с нами, но сын помнит все советы отца и именно ему посвящает каждую свою победу. Особенно профессиональный бокс, он намного жестче любительского. Там побеждает настоящий мужчина, неважно, какую тебя, какой силы ты обладаешь. Важно, что в сердце характер побеждает. В профессиональном боксе побеждает характер. Наш герой не боится трудностей и готов брать новые вершины. Впереди у 23-летнего боксера новые испытания и еще более опасные соперники. И, как говорит сам Вазир, он намерен переписать историю зауральского бокса и стать чемпионом России среди профессионалов. Елена Шевкунова, Илья Урванцев, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру».